Привет, народ, с вами Финаргот. Подходит к концу первый день стадии плей-офф на мейджоре. Осталась еще одна встреча между Гладами и Т1. Пока Дахак и БЗМ из моего стака завезли хорошие очки, так что все шансы попасть в топ-10% у нас есть. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, чтобы не пропустить новости и анонсы. Ссылка есть в описании. Завтра у нас будет три матча в формате Best of 3. Первый раунд нижней сетки на вылет. Team Spirit сыграет с Beast Coast, Bad Boom с Liquid и OG с Бумами. Что касается ставок, первый матч зашел на ура, а вот дальше уже не пошло, хоть у Дахака и был шанс забрать серию. Вторая катка вовсе вышла очень накаленной и, пожалуй, самой эффектной за весь этот турнир. Team Spirit против Beast Coast. По сути, драконы должны без особых проблем забирать серию, правда, у них наблюдаются серьезные проблемы с драфтом на протяжении всего турнира. Коэффициент на их победу у моего партнера Paribet составляет 1.23. Ставить рискованно при таком небольшом коэффициенте, но я это сделаю. Вот Bad Boom против Liquid уже будет поинтереснее. Команда Дахака сегодня неплохо себя показала против Тандеров. Третья карта вовсе могла быть за ними, но Темпларка с Кункой выживали в ответственных файтах как могли и смогли перевернуть катку. У Liquid на этом турнире все плохо, хоть Матумба и обещал, что они соберутся к стадии плей-офф с силами и смогут камбэкнуть. Как бы то ни было, я больше верю в команду Дахака с коэффициентом 1.93. Ну и OG и Boom Esports. Двухкратные чемпионы Инта сегодня прямо-таки разочаровали. Их игра против Team Salamit оказалась максимально безыдейной и слабой. Наблюдалась жесткая дезориентация по ходу игры, и я даже не знаю, что может с ними случиться в матче против Бумов. В групповом этапе они сыграли в ничью, но после сегодняшнего я больше верю в Бум и ставлю на них с коэффициентом 1.85. У Экспресса в итоге вышел коэффициент 4.4. Что же, теперь давайте перейдем к фэнтези. Напомню, что у нас есть 6 коллективов, которые мы будем рассматривать. Спириты, Beast Coast, Bad Boom, Liquid, OG и Boom. Среди игроков основы лучшими являются Дахак, Матумба, Юраги, Етора, Виспер и так далее. Дахау мы берем точно, а докинуть ему можно Етора, ибо в спиритов я верю больше. Мидеры. Тут лучший, конечно же, БЗМ. И кстати, несмотря на то, что OG бездарно слили сегодня серию Team Salamit, он все равно завез овер много очков, поэтому его можно смело брать, что я и сделаю. Ну и саппорты. Тут лучшие скемы с Бумов, далее Мипошка, Инсения и Стингер. Мипошку точно беру, а вот докинуть ему Санейка или скема – вопрос. Я все-таки возьму скема, ибо в Бумов верю больше, чем в OG. В итоге состав получился такой. Напомню, что завтра матчи начинаются ориентировочно в 13:00 по московскому времени, и будет их всего 3. Завтра я не все матчи буду стримить, но что-то попробуем. Залетайте. С вами был Финаргот и до скорых встреч.